Так, ну вроде бы машину подготовили, в принципе, можно и выезжать, да? Да. Так, ну тогда берем вещи из ящиков. Так, Угу. я беру Давай. пистолет. Я возьму гаечный ключ, изоленту. Деньги не нужны. Тушенка. Батарейка нам нужна будет. Батарейка, наверное, не нужна. Ну что, так. Так, еще тогда возьмем. Я взял биту. Ну вот тебе Я топор. возьму еще гаечный ключ. Подбери там топор. Так, стамеска мне не нужна. Вот Очень я я беру. много что взял. Так, а я возьму тут, что осталось. Тогда. Ну все, в принципе. Ну все, да. Ты еду взял какую-нибудь? А У что? него еда есть А у вообще? нас что-то еды нету. Ну ладно, в принципе, тут магазин недалеко, заедем там А что-нибудь. я взял, вон, на, держи. А, у тебя есть? А, Угу. тушенка, все, хорошо. Так, ну все, сейчас я тогда открою ворота. Давай. Так, все, открываем. Сейчас еще утро. Ё-моё. Так, все, выезжаем. Все. Гараж, блин, закрывать не надо. Кому... Так, вот они уже. Идут, блин. Ладно. Так, проезжаем аккуратно. Давай, к магниту, вон он там. Так, к магниту сначала. Хорошо. Что ему дерево срубить нам Да-да-да, надо? так, ты добывай Мне дерево. надо какую-нибудь защиту сделать, не знаю, Ага, может... а я сейчас буду тогда ой, зомбарей отстреливать. Так, добывай, добывай. Я добываю, добываю. Все, я добыл. Так, добыл. Так, ладно, садись. А ты чего это не подобрал? Патрон Все, я все токсинтер. взял. Так, все, садимся, садимся. Ой, так. Все, давай, садись. Все. Все, едем. Так, в магнит сначала, да? Угу. Ё-моё, В чё их принципе, так думаю, много-то? легко. Там дофига вообще. Так, ладно. Все. Так, быстро влазим. И идем за хавкой. Так, что тут есть? Что тут есть? Так, ладно, не знаю, макароны. Ладно, возьму пару пачек. Так, ты там бери дошираки там, которые найдешь. Их много. Так, дошираки. Еще на полу даже валяются. Так. Я как раз есть хочу. Так, я также, кстати. Так, я тут сейчас видел что-то похожее на... Да. Так, Семен, иди сюда. А тут консервы есть? Я что-то не вижу, смотри, тут рюкзаки, давай по рюкзаку возьмем. Давай. В принципе, в них сложить можно будет. Так, Так, тут Не, есть нам, еще. наверное, не надо. Не, нам не надо. Это... Нам бы обычной воды. Да, но я что-то тут не вижу. А, вот тушенка, кстати. Еще. Кстати, да. Так, Тушенку где? берем. Тушенка Вот, да, лишней не бывает. вот. Тушенка это полезно. Так, ну все, все, что нужно, тут забрали. Ну, вроде бы из еды все. Опа! Так, это что? Семен! Если Да. тут, короче, в столе, тут лежит пистолет, смотри. Так, смотри. Давай тебе его дам. Да, И давай. патрон на него, Но у меня так. как раз таки нету. Вот, все патроны. Угу. Так, Все, ну все, так, можно. смотри, выходим, быстро бежим к Жиге. И едем в Давай. ту сторону, в которую я хотел. Быстрей. Быстрее, Все. так, все, сел. Так, поехали. Нам бы еще желательно докуда доехать, где их нету, и сделать какое-нибудь, не знаю, улучшение Жигулям. Ну это да. Так. Сейчас едем в ту сторону, в которую я хотел. Так. Не-не-не, стоп, 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 стоп. Это чё? Не понял. Ё-моё. Так, ладно, садись, садись, садись быстрее. Ладно, в эту сторону мы, видимо, не поедем. А что Потому это что... за фигня? Я не знаю, Ее же разлом там не какой-то. было. То, что я не был, это да. Там мы не проедем. Придется ехать. Черт, ты его задел. Да, ладно, все равно... Апокалипсис, Помял зомби. куда. Так, Смотри, как мастерская, автомастерская. Так, давай заедем. вот Так. она. Так, все, заезжаем. И закрываемся. Да ё-моё.
Так. Так, закрываем быстро. Все. Так, в общем, смотри. Так. Я тебе говорил, что у меня есть какой-то план, но я тебе его не рассказал. Да. Смотри, то есть я взял из гаража у нас металл, и ты добыл дерево, да? Да. Вот, держи. Ага, так, сейчас подберу. И я и хочу... Инструменты лежат. Да, инструменты, их возьмем, и сейчас сделаем одно улучшение для Жигули. Так, все, ставим. О, офигенно. Ну, давай. Не, ну слушай, сейчас, ну вот прям офигенно. Вот. И вот здесь. Так, тут, блин, на эти куски я зомби валяются. Придумал, но надо, наверное, уже отсюда уезжать. Так, ну давай сейчас поедим, если ты хочешь там есть. Да не, я, а хотя я поел, наверное, консерву. Ой. Так, ну в общем, все, так, закрываем все, садись. Угу, все, можно. Так, я пистолет заряжу. Так, все, последний магазин у меня остался. Ну, у меня еще два магазина. У одного два патрона и еще один магазин полный. Так, понятно. Так, в общем, сейчас тогда открываем ворота быстро. И быстро отсюда валим. Так, валим. Так, дай ладно, дверь сделали. Пофигу. Так, тут грузовик какой-то стоит. Машина все равно уже никому не нужна. Да, так. Смотри, грузовик с ящиками. Военный похож. Так, давай быстро смотрим. Опа-на. Так. Вот это да. Да ё-моё, помоги тут зомбарей отбить. Я патрон сейчас сильно тратить не хочу, потому что последний магазин как-никак. Ладно. На вас потрачу. Так. Все, отбили. Так, что тут? Так. Так, магазин и патроны? Ничего себе. Что ты еще нашел? Тебе нужно оружие? Да. На. Офигеть! Так. На тебе еще пару магазинов. Так. Возьми, там больше ничего нет. А, ты сюда уже сбросил? Я думал, там в кузове оставил. Они все пустые. Офигеть. Все, пустые, больше ничего нет. Это АКС? Да ну нафиг. А у меня... Ой. А, зомби. Так, ты там все залутал, что было? Да, все. Ну, можно еще посмотреть тут у грузовика бардачок. Ну, там посмотри. Вряд ли там, конечно, что-то будет. Пусто. Да всякие документы и всякие деньги. Деньги нам не нужны, потому что зомби-апокалипсис. Ну да. Все, давайте. Садись. Кому они сейчас нужны? Так. Да что капот сегодня открывается? Как я там задеваю ее? Крепление, видимо, какое-то сломано. Может, так, ладно. Когда ты щит ставила, может, что-то случилось. Я сейчас думаю проехаться вот тут, по вот этому району быстро. Угу. Вдруг, я если тут что-то годное будет, а если не будет, то зайдем в больницу, я там, может быть, что-то нормально найдем. Я надеюсь, что мы что-то найдем. В больнице там обычно всякие медикаменты пригодятся. Ага. Так, ну, так, это уже выезд из города, и он ведет, точнее, к озеру. А нам к озеру, собственно, не надо. По крайней мере, по этой дороге. И ну, почему у меня поворотник включен? Не нужно мне аккумулятор садить. Выключи. Так, что-то зомби все больше и больше становится. Угу, ты аккуратнее едь. Нам сейчас не надо, чтобы мы куда-то впилились. Да не, я стараюсь нормально ездить. Так. А... Тут районы. Так, ну тут, в общем, ничего интересного, как я понял. Значит, едем в больницу. Угу. Это тот грузовик. Ага, так. Ай, ладно. Так, все. Вот больница, и тут что-то прям слишком много зомби, по-моему. Выходим. Так, все, выходим. Ё-моё, что-то их прям дофига. Я в голову буду стрелять. Ну, это, по-моему... Они в голову с двух выстрелов выносятся. Стреляй в голову. Ага. Так. Ну все, которые тут близко были, их убили. Так, ты пошли в больницу? Или ты где? А, ты уже я там? Больница. Так, чё тут? Так, чё тут? Тут мне ничего. Тут фонарик не помешал. Тут какие-то... О, тут какой-то подъем на второй этаж. Тут тоже... А, блин, его завалило.
Я вижу. Ну, вряд ли мы туда поднимемся, сделаю, значит. Что могут быть зомби в здании. Ну, у меня оружие, в принципе, наготове. Мы тут по кругу, опа-на. Ой, ё-моё. Без руки какой-то. Так, и то есть все? Тут даже ящиков никаких нету. А тут ничего нет, похоже, да? Что-то как-то... Ну, нам бы добраться до второго этажа, если там что-то было, но... Но мы туда добраться не можем. О, какой-то проход. А, это все, мы по кругу ходим. Ну да, так что в больнице тоже ничего интересного нету. Ну все, можем уходить тогда. Так, ну я сейчас тогда быстро ролл-то съем. Я тоже поем. Ну вот что ты на меня идешь? Вот ты что помочь? Тебе... Да не. Я их даже с ножика неплохо так убиваю. Она... Оп. Какой-то зомби-полицей... Так, может быть, у него что-то есть? Так, и... Нет, у него вообще ничего не было. Грустно. Ну, у меня на магазин именно пистолета, немного патронов. Так. В Жиге в багажнике ничего нет. Ну да, у нас... Ладно. Я там ничего не ложил. Так, ну, в общем, раз тут больница, и мы поехали в эту сторону, я думаю, можно съездить тут к озеру, именно по этой дороге. А там, думаешь, в озеро что-то будет? Ну, не знаю, может быть, что-то интересное-то будет. Ну, может. Солнце еще глаза слепит. А, тут зомби даже, их чуть не заметил. Да дофига. Ну да. Так. Так, тут уже деревня начинается. Так, это что? Вышка? Так. Вышка? Ну, так, ладно, лучше не мельтить, а то еще зомби надо слети. А, уже идут. Так что давай, наверное, к этой вышке подъедем и посмотрим, что там в ней, да? Так, все, давай, вылази. Так, лучше оружие наготове держи. Так, какой-то зил ржавый. Но он нам не нужен. Так, автобус, ну тоже ничего интересного. Есть, только одна лута есть. Так, ты где? А, ты там. Так, тут зомби уже идут. Слушай, стой, давай их быстро стреляем, чтобы не зажимали нас в здании. Так, один у нас в машине застрял, все. Так, ну все, давай заходим. Так, тут зомби нету. Так, что тут написано? Охрана. Так, что тут? Опа. Так, ладно, труп. Видимо, как я понимаю, мертвый охранник. Я шкафчики посмотрю. Ага. Так, может, у него что-то при себе было? Нет, нифига! Семён! Да, чего? Смотри, что у него было. Дай тебя зомби. А, да? Ой, ё-моё! Так. Ой, у меня патроны кончились. Так, что, все? Так, закончились? Что в нем было, покажи. СВД. Смотри, а какая. Почему без прицела? Ну, вот такая, без прицела. Ну, как бы тут есть такой маленький, но не снайперский. Ну, тут в шкафчике есть колонка, она не нужна. Гаечный ключ я возьму. Какие-то часы, одеколоны, но все не нужно. Ну да, в принципе, это нам нафиг не нужно. Так, ну пошли дальше здание смотрим. Так, тут ничего не пройти. Дверная, но она закрыта. Ага, закрыта. Так, тут какие-то... Тут тоже ничего интересного. Аудиозапись. И тут что у нас? Ага. Ничего. Тут у нас тоже ничего интересного. Ну ладно, так, ты куда ушел? Это что такое? А, может быть, шахта лифта? Не знаю точно. Шахта лифта? Ну там лифта нет. Ну, может был, может не было. Так, ну вроде бы тут все смотрели. Угу. Ну тогда, в принципе, может сейчас ехать можно дальше. Быть. Да ладно, не трать патрон, давай, садись. Быстрее садись, тут зомби идут. Давай. Всё, гоним быстро. Нифига их набежало. Так, тут какой-то грузовик, ну, в нем явно ничего интересного. Дави. 99-ка. Опа, заправка. Давай сейчас заедем, заправимся заодно. Если там бензин есть. Да бензин тут явно... Так, стой, зомби сзади. Хорошо, СВД с одного выстрела их убивает. Так, что... Ой, ё-мо. Чё у вас так много-то? Семён, сзади!
Так, ну все, давай быстро заправку осмотрим. Так, тут ничего, как-то на полках ничего нету. И тут ящиков даже нету. Иди сюда. Офигеть! Колеса? Так, ну по диаметру вроде бы подходят. Двигатель? Так, двигатель. Двери по зомби нет, потом на месте посмотрим. Так, ну ладно, тогда давай сразу все возьмем. Еще ключ и колеса. Так, по-моему, они зашли уже. А нет, да, один зашел. Так, все вроде бы забрали. Так, подожди, я сейчас быстро сюда перезаряжу. Так, ну все, пошли. Эй, блин, идут на нас. Ну давайте же вы умирайте. Живучие какие-то. Так, ну все, вроде бы их нету. Давай сейчас колеса сначала первым делом попробуем поставить, да? Так, смотри, я сейчас снимаю, ты ставишь. Давай. Давай. Так, ставь. Опа, подходит прям идеально. Тут зомби идут. Чё вас так много-то? И прям мордами подходят. Так, все, надо сейчас быстро это все делать. Так, давай иди сюда. Так, вот я опять сниму. Давай ставь. Ставь колесо. Так. Да ё-моё. Так, и еще два. Так, давай ставь. Я их отстреливаю, ты просто ставь колеса. Так, и последнее. Все. О, вообще офигенно. Так, тут еще какие-то. Тут еще колеса оставшиеся валяются. Мотор давай поставим. Мотор. Давай двигатель. Так, сначала выхлопную систему снять надо. Так, все, сняли. Сейчас тут убрать надо, чтобы ничего не мешалось. Все. Так, все. Давай сейчас тогда. Подожди, что там? Давай. Так, ну ладно, давай снимаем тогда сейчас. Ну, снимай все. Ты даже колесо снял. Ну поставь там все на место. Сейчас. Ну кроме, не, а все, ты двигатель поставил. Хорошо. Так, аккумулятор на место. Нет, ты же брал там получше воздушный фильтр. Там... Да. Ставь. Да ё-мо, подожди сейчас. Ну, убирай тут. Ага, так, все, убрал. Давай ставь его. Сейчас, так. О, офигенно. Теперь ставим аккумулятор. Аккумулятор. Так, у меня нету. Не, я поставил уже. Только багажник. О, еще багажник, короче. Так, и у тебя там была ты там какую-то крутую выхлопную систему взял? Поставил. Нет, ты еще не поставил вроде бы. Или поставил? Я поставил. А, поставил уже? Тогда хорошо. А, вроде ну еще черные сидушки. Я думаю, их вперед поставим. У меня ничего больше нет. Ты что-то брал. Ну да, у меня они черные. Сидушки крутые. Такая первая и вторая. И при сегодня что не нужно, ну там я положу в багажник. Блин, сзади. Сзади? А, ладно. У меня патроны кончились. А, дай мне пустые магазины. Пустые магазины? Ну, на. У меня нету больше магазинов. 10 патронов осталось. Так, на тебя магазины? Угу. У тебя там еще валяется один. Ага. Ага, вот все. У меня патроны закончились, больше заряжать не могу. Я подберу оставшиеся, может пригодится.
Так, ну все, в принципе, сейчас заправим быстро. Давай ты пока стреливай, я буду заправлять. Не, ну слушай, ну выглядит теперь машина у нас офигенно. Так, сейчас Биг Бон схавать надо. Ну все, машина заправилась, давай садимся и поехали. О, совсем другое дело. Давай садись и поехали. Нифига, ну теперь быстро. Офигеть. Там что-то машина так, стоит. Тут какая-то пробка. Чё тут? Пропасть, осторожно! Ух, ё-моё, пробуй! Так, ладно, объезжаем быстро через толпу зомби. Офигеть! Чё это за разломы такие-то? Непонятно. Они везде появляются, то там были, ну, то здесь. Что? Что? Военный вертолет? Посередине дороги? Но... Серьезно? Что он тут делает? У меня точно такой же вопрос, и так, ладно, ну, ну, у нас выбора другого нету, как ехать к нему, да? Ну да. Так, что, давай сейчас быстро подъезжаем, отстреливаем зомби, которые к нам идут. Да и тут дофига. О, тут какой-то огромный еще. Где огромный? Да я его уже убил. Нет, там... А, огромный. Еще один огромный, что за фигня? Патроны кончились. У меня тоже заканчиваются. Так, давай быстрее этот вертолет осмотрим. Так. Ничего. Пусто? А, за ним грузовик. А, грузовик. Так, так, ладно, я всё. Залез в него. Опа-на. Я РПК как... нашел. Нифига ты. Слушай, дай мне РПК. Я хочу быть с ним. Там, он, там явно еще, наверное, оружие-то есть. Да. Так, ну, забирай. Ну, короче, в грузовике вот тебе. Ага, все, спасибо. Для РПК. Я себе возьму, что тут есть еще так. Блин, как тут эти ящики. О, тут есть МП-40 с патронами и с броней. И тут есть пистолет. О, так, броня. Ну что, больше ничего. Броня это хорошо. Так, там же еще броня была, да? Да. Так, ну ты одевай, которую ты там забрал. Так. Ты все, что было, забрал. Да, только у меня без ботинок. А у тебя вроде без ботинок. Ну, да, у меня с ботинками. Ну, может, там еще что-то будет? Да не, по-моему, все. Я там все ящики осмотрел, там ничего не было. Ну хорошо, так. Все, можно идти. Так, ну все тогда. Давай. В нашу жигу быстрее. Так, я сейчас, подожди, сейчас быстро схаваю. Так, убираем все ненужное из инвентаря и берем все самое необходимое. Так, все. И ты это видишь, там какой-то грузовик. Это что тут такое? Это что? Это что? Это что? Люди? Подожди. Так. Да. Так, люди. А, они стреляют! Тихо, они не мирные! Это, ну да. Еще и зомби. Ладно, давай отстреливаем их. Сами первые по нам начали стрелять. Так, вот выходит из здания. Да ё-моё, еще и орды зомби на меня идут. Хорошо, что я РПК взял. Они прям от РПК прям быстро отходят. Так, Семён, смотри, с них еще оружие повыпадало. Опа, на это. И патрон. Только патроны у меня. А, тут все, и калаши. А, еще один. Они шмаляют. Так, быстрей. Так, тут зомби идут, я их отстреливаю. Все, я всех убил. Тут пушки, смотри, тут пушки? Оружие есть. Да. Так, дощики, ну я сейчас вот возьму. Где? Пару дощиков. Где дощики? Мне нужны все. Так, еще патроны, офигенно. Зомби. Патроны забирай все, пригодятся. Так, вот ты там себе там сколько взял патронов? Зомби.
Ну, достаточно. А, ну и если что, ими там магазин заряжать можно. Угу. Так, тут еще КСНС 4. Офигеть! Прям так? Как ее взять? Так, еще одна КС-ка. Опа. Ой! Ой! Ты что, дробаш нашел? Да, только... А, вот на него патрон дофига. Обрез? Ну, тогда да, бери, наверное, ты его. А мне-то он зачем? Ну, ладно. Где, давай. Вон, я тебе патроны сейчас дам. Где? Так, это сейчас зомби не идут. Где дробаш? Так, в смысле, он там на полках был? А, вон. Да, это все. А, так, вот еще какие-то... А, надо в рюкзак положить так, это. Ну да, кстати, рюкзак же есть. Я сложу в него. У меня два калаша. А у меня очень много пустых магазинов. Что тут еще? О, смотри, ВВС, винторез, только она без патронов. Так, ну, дай тогда мне. У меня... С патронами есть. Блин, калаш без патронов. И тоже без патронов. Вот только одна пушка с патронами, но на нее больше нет патронов. На, ты, походу, забрал на нее патроны. Ну да. Так, ладно. Ну, тогда, в принципе, все, обыскали тут, да? Так, не, я тогда вот эти возьму. Дробаша зомби с двух выстрелов выносится. Ну, А в голову с одного. Ты в меня еще попал. Через что эту такое? Решетку. Правда. Ну ладно. Да ё-моё, со всех сторон. Хорошо, что у тебя было... Хорошо, что у тебя был бронежилет. Тем более, а там дробь. Часть в зомби, часть в зомби. Это мне да. Мне кажется, ничего страшного. Так. Ну всё, в принципе. Так, я сейчас тогда быстро тут магазины заряжу. А я выкинула пустые, они мне не нужны. На патроны конечно. Ну нет, на некоторые есть, а на некоторые нет. Ага, вот как. На РПК совсем немного, на калаши. А, ё-моё! Ой, нет! Так, ну все, я думаю, тогда, наверное, ехать там уже, да? Да, то он сейчас тут перемочит. Все, давай, садись быстрее. Сима, садись. Так, все, поехали. Так, тут же больше ничего не было, ничего. Так, чё? Блин, это я случайно. Это что, самолет? Самолет? Так, вертолеты упавшие, базы каких-то злых военных. Еще и упавшие вертолеты с самолетами. Надо облутать его, надо его облутать. Да, ну, так. Там, а что там лутать-то? Тут пушки! Пушки? Смотри, что нашел. Нифига! Так, ну ты бы тогда отстреливай, а то сейчас... Тут еще один, еще один МП-5, хорошо. Так, на тебе, я тебе патронов оставил. Ага. Так. Тут дигл. Я тебе тоже патронов оставил. Так, не, дигл ты забирай. О, да, тут какой тут... Ага, вот такой прям. Что тут? А, тут ПБ, ну забирай. Так, магазины на него, а тут... Так. А, тут патроны. Еще... А, дай мне еще этих патронов. Для вот этого мелкого калибра. Так. Ой, блин, там зомбаки. Да ё-моё, со всех сторон идут. Я стреляю с пистолета, я не хочу патроны тратить. Типа мелкое оружие. Опа-на. Так, вот, так. Зомби. ПМ. Дигл должен убить. Помоги, у меня это. На меня зомби идут. Мне сейчас похавать прям срочно надо. Так, мы тут все залутали, да? Угу. Я вот сейчас вот подумал, что. Скорее всего, мародеры не те челы, которые там были на том блокпосту, если они могут быть мародерами, а мы мародеры, потому что мы все, что находим, забираем. Ну, по моей логике, это не мародерство. Все равно это никому не нужно. Ну, тоже верно. Те, кому это принадлежит, их уже нету.
Ну это да. Мародеры, мне кажется, мародеры это те люди, которые залетают в дома, расстреливают всех и лутают их. Мы же никого не убивали. Эти вот эти люди, которые на самолете, сами разбились. И они ушли. Ну верно. Самолет-то, по моему мнению, мне кажется, то, что они ушли. Самолет-то целый. Так, ну ладно, не трать патроны, давай садимся и поехали. Вдруг там что-то дальше поинтереснее найдем. Вот те люди, мне кажется, как раз это даже не мародеры, это бандиты, походу. Ну, бандиты, мародеры, так, ну, церковь? Они охраняли проход. Нифига. Ну, церковь. Так, не, лучше ко входу подъеду, точнее, чтоб сразу сейчас. Там лута нету даже. Так, мне почему-то как-то страшно туда идти. Чё там за звуки какие-то идут оттуда? Правильно. Ты же слышишь? Слышал, конечно. Так, зомби еще сзади. Предлагаю уже заходить. Так, не, стой. Давай лучше я сейчас встану вот тут. Ты дверь откроешь на счет три? А, ну чё? Это что такое? Это что за фигня там стоит? Я сам в шоке. Как думаешь, свалить или попробовать убить его? Думаю, свалить, может, там ничего нет. Не знаю. Так, ну он же не пройдет? Так, он даже нас не видит. Подожди, не иди туда. Не стой. Как-то там пусто, по-моему, да? Да, там пусто. Там только кресты, если он тебе нужно, вот на, забирай. Так. Да я. По-моему, да. Там пусто. Значит, поедем дальше. Угу. Так, ну ладно, закроем, чтобы он не выходил там, никому не мешал. Он там живет себе, поживает. Да, хотя кому он мешать там может? Так, а где все зомби? Не знаю. Странно. Так, ай. Прости. А нет, вот они. Уже появились зомби. Так, ладно, объезжаем их аккуратно. Чё нам машина? Так, о, дома. Уже появились эти зомби. Так, дома, это уже интересно. Так, ну чё, облутаем их? Ну, конечно, что мы делаем, давай. Ну да, так, давай, вылазим. У меня, так, вот он. Так, я, наверное, вот этот возьму. А, так. Подожди, не иди один. Ну, все, вдвоем пошли. Так, ну... Нет, тут, тут ничего интересного. Чего тут? Так, ничего там интересного. Смартфон, вот, смотри. Нам смартфон не нужен. Так, гаечный ключ, так. Точнее разводной. Ну, его взять можно. Пульт нам не нужен. Да, пульт нам не нужен. Может, еда на кухне есть? Еда, не знаю, сейчас посмотрю. Нет, пусто. Жалко. Ага. Так. Все, что ли? Да. А что тут? Тут же еще вот квартиры. Заметил, что-то мало зомбаков. Ну это да, как-то. Обычно их больше. Ну может, поперебили всех уже. Так, у меня что-то было, мое любимое оружие, вот это так, с прицелом. Так, ладно, пошли, наверное, в здание во второе. Да, сейчас у меня тут кое-что, ну ладно, все. Ты пешком пойдешь, пошел? А, ну ты машину тогда подгони сюда. Аккуратно! Ё-моё, чё пугаешь так? Извини. Так, ладно, пошли. О, тут уже первый этаж есть. Чё тут? Осторожно, осторожно. Какая-то пропасть. Какая-то прям слишком глубокая. Зомби. И я слышу зомби. Я тоже их слышу, но не на улице. Так, как они кричат. Так, может быть, на втором этаже тут что-то интересное и менее опасно. Так, тут никак не забраться, что... А хотя тут и ничего интересного нет, да. Ты что, я проход нашел. Какой проход? Где? Это оружие! Где оружие? Смотри, еда. О, офигеть!
Так. Тушеночка. О, ну тогда автомат вот этот я возьму. Забирай доширак, если я себе тушеночку взял. Мне, в принципе, Ролтона только хватит. Забери себе. Ой, а рюкзак дай мне, у меня нету. У тебя нет рюкзака? Нет, у меня есть рюкзак, только он маленький. У меня. Так, подожди, я... у меня тогда идея. Забери себе MP5, она мне не нужна. Так, сейчас. Это я ее туда положил. Я сейчас делаю лучше. Я пулемет нашел. Так, пулемет. Офигеть. Так, там еще какие-то и пули, по-моему, лежали. Да, патрончики к нему. Ага. Так. Слушай, это. Мне этот большой рюкзак прям сильно нужен, поэтому вот на тебя второй маленький. Ну, спасибо. О, пустой. Так. Хорошо. Так, еще вот этот металл тогда возьмем и гаечный ключ. Наконец-то я положил все ресурсы в рюкзак маленький. Так, тогда сложим сюда вот это все пустое, ненужное. Я положу тебе только все нужное. А все нужное это вот это выкинуть. Так. Все нужное это... А, кстати, зачем я выкинул? Я же могу это перезарядить. По-моему, если взять пульки... Блин, эти зомби мне уже надоели, шумят тут. Ну это да, орут вообще. Как ненормальные. Вот, перезарядил. Не, у меня какие-то магазины от какого-то пистолета, они не перезаряжаются. А, так, стой, подожди, дай мне их. Отбери ты. Они тебе не подойдут. Нет, вот у меня пульки эти мелкие есть. У меня тоже, только у меня почему-то ими не перезаряжает. Не знаю, я вот могу заряжать. Так, ну ладно тогда. Вот, сзади себя подними еще. Да. Ну и, наверное, пошли уже? Ну да, можно идти. Потому что все, что тут было интересное, мы уже нашли. Да, все интересное мы нашли, так. Так, я внизу возьму... буду ждать. Угу. Так, и мне так, нужно взять... Что там такое? Какой-то гараж? Это все. Все, я иду. Ага. Вот так, наверное, сниму вот эти сиденья, нафиг они нужны сзади. Так. Perfect. Ой, блин, прости. Аккуратней. Старый пытался. Зател меня этими шипами. Ну хорошо, что хоть на маленькой скорости был. Ногу мне прокололо, так хорошо. Так, все, поехали. Поехали. Так, что это за гараж такой? По-моему, такой же в городе был. Ну, тоже такой же, можно и так сказать. Похоже какой-то. Так, ладно, сейчас быстро ворот открою. Тоже заедем. Там хотя бы поспим немного, может быть, что-нибудь сделаем. Так, все, заезжаем. Так, даем. Что? А вот тут у вас прям опять огромный. Офигеть, вот это. Стреляет прям как. Ладно, все, давай. Заходи. Ты что? Ты меня подбил на опять на опять? Да. Да ё-мо. Или не ты, но в тот раз. Давай, что ты. Слушай, смотри. У меня появилась такая идея. Вот у нас же есть пулемет, мы нашли, да? Угу. И в общем, сейчас я тебе. Сейчас мы сделаем то, что я хочу. Так, ну все, ногу забинтовали, теперь можешь и одевать броню. Так. И наконец-то мы доделали этот пулемет на нашу жигу. Угу. Конечно, пришлось этот багажник сверху снять, но придется жертвовать ради такого. Давай, кто за пулемет? Ну давай за пулемет я. Ну давай. Так, лежать. Сейчас я тогда открою и. Опа, тут даже зомби близко нету. Хорошо. Так, давай тогда садись. Угу. За руль. Так, и стой, подожди, не я сейчас никуда. Да ё-мо. Так, все, сажусь. Все, за пулемет сел. Так, ты капот-то закрой. Все, давай. Едем. Подожди.
Дай сейчас заряжу. Так, все. Все, давай, выезжай. Угу, сейчас. Сейчас мне тут надо вырулить. Давай просто назад ты выезжай. Я сдаю назад. А, все. Так. В какую нам сторону? Ну, туда, дальше, по дороге. Ну, хорошо. Так, и вот это, допустим. Ну, ты так сильно-то не виляй. Ты чё? Куда? Направо, налево? Налево, так. Подожди, стой, сейчас остановись. Кто? Так, допустим... Так. Стой, остановись. И, допустим, по этим зомби, которые сзади, пострелять. О, и по вот этим. Так, стой, отъедь вперед. Понятно. Вперед едь. Поеду. На стачках глохнет. Все, стой, 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 так, и, да, офигенно, все, они умирают, попадают, так, все, едем дальше. Ну и куда Семен ушел? Вот сказал, быстро отойдет там, ну, по делам, за деревья, в кусты, по быстрым делам, а его уже минуты три где-то, четыре нету, и, по-моему, это не быстрые дела, а долгие. Ушел куда-то вон туда, за дерево, ведь я же... Такой любопытный, я ж пойду смотреть все буду, да? Когда он уже придет, а? Не, ну Семен, ты вообще, чё так долго-то? Приспичило у него совсем, блин. Чё дальше? Я не знаю, чё дальше. А ты? И ты не знаешь. Ну тогда поедем и узнаем, что там дальше. Офигеть, это что такое так? Ну явно нужно заехать. Так, ладно, все, давай, Семен, вылезай. Так, не, ну... Ну, вот именно. Нифига себе. Это что такое? У тебя есть мысли? Грузовая... А, да, да, да. Грузовая база, походу. Ну что, давай, в принципе, тогда... посмотрим. Я тут зайду, а ты там посмотришь. Ну все, хорошо, давай. Ты иди, я тут попробую зайти. Все, угу. Вот и угу. Сначала, блин, ходит непонятно поскольку. А теперь угукает. Ну, пошли, сейчас смотрим. Она хотя бы откроется? Так, она себя не открывается. Если от себя... Во, открылась. Другое дело. Так, что тут у нас? Тут у нас коробки. Чё, это не... Ты кто? А, мужик! Мужик, все, я хороший, я живой, я не зомби, все нормально. Чё такое? Людей не видел, что ли? Или чё такое? Ну да, зомби умными стали. Какие зомби? Я живой человек. Живой, как видишь, вот, нормальный, непокушанный, все нормально. Человек, да, человек, доказать. Как доказать? Ну вон, Жигули моя стоит, на Жигули приехал. Да, машину любая тварь водить может. Ну, в смысле, ну... А как доказать-то то, что я человек? А как доказать-то? Ты чё стреляешь? Мужик, ты чё? Семён, ты чё вообще? Да... Чего? Вообще больной? Семён! 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 Вот же тварь. Больной, вообще больной. Чё, зачем я с ним заговорил? Ну сразу же он каким-то мутным показался. Чё я наделал? Всё, пульса нет. И чё, у меня ни медикаментов, даже если он ещё какие-то шансы есть. Ай-яй-яй-яй-яй, чё я натворил? Чё мне делать? Вот что мне делать? Я оставаться ему никак не помогу. Ничего не сделаю. Ай, отлечь его решил. Ага, отлечь. Убил бы он тебя. И вот именно сейчас ты решил зайти. Вот, да, слов нету. Чё тут? Сундук. Хотя, вот, что мне делать? Ну, остается только не грустить же все время. Сундук. Чё тут в сундуке? Чё тут в сундуке? Снайперка какая-то, патроны. Чё мне эти патроны? Ну, что мне пистолет? Нафига? Ладно, ну, ничего не поделаю же. Ладно, выкину все пустые магазины. Раз уже... Ну, как так можно было? Как так? Я вообще не понимаю. Почему ты именно сейчас зашел? Почему ты прокрался? Семен, Семен. Нужно же было, а. Хотя, может, он услышал, захотел помочь, подумал, мало ли что. Ладно, что тут у нас? Ну, все пустое, ничего нету. Коробки, что тут в коробках? Коробки тоже пустые. Вот, ну ничего, и смысл мы сюда поехали? Вот что мне это снайперка? Так бы живые бы остались. Взорвать бы, сжечь всю эту базу вообще, чтоб... Все. Что тут? Ну, зилки, ничего интересного. Ладно, ну,
чё отчаиваться? Все равно уже ничего не поделаю. Остается только ехать дальше. К сожалению, без Семёна. И ничего я сделать не могу. Не забрать ничего, потому что, ну, брать его только, чтобы он зомби приманивал, тоже плохой вариант. Поэтому остается только ехать. Так, это что у нас такое? Это домики какие-то? А, палатки. Палатки и машина. Ну, сомневаюсь, что что-то есть, хотя сундук стоит. Может быть, там что-то будет. Так, ну тут зомби вроде нету. Вроде тут ничего нет. О, ладно. Ну вот сразу только про Семён забыл, опять он напомнил. Вот, ну, нафига ты тут лежишь? Скажи мне, нафига? Вот, вот лежал бы где-нибудь вот там под дубом, и все, и не мозолил мне глаза. Чё тут у нас? Так, чан рамён какой-то, спички. Ну, спички возьму, это... Не знаю, сколько тут лежит. Тем более под открытым небом лучше брать не буду. Так, что-то у нас запись какая-то. Отдых проходит прекрасно. Она согласилась поехать со мной на природу. Разве что-то может быть прекраснее этого? Ага. Скорее всего, писал именно он. Поехала, ну, не знаю. Девушка его, может, кто знает. Ладно, тут следующая страница чёт. Мы прекрасно поужинали, рассказали историю костра. Угу. Зачем он это все писал? Больной, что ли? Настало утро, ее нету. Прошло 8 часов, ее нету. Угу. 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 На этом история закончилась. Видимо, она таки не пришла, его сожрали зомби. Либо все же она пришла и сделала это за место зомби. Ну, кто знает. Ну, по сути, нормальный, здоровый человек бы такое не писал. Правильно? Как по мне, правильно. Поэтому он явно больной, и не просто так же она от него ушла. Значит, с ним какие-то непорядки были. Тем более, какой адекватный человек ну... Именно нормальный, адекватный человек, который как, ну, человек-человек. Поехал бы на природу в костюме деловом. Явно больной. Еще тут Чироки, и что тут? А двигатель-то где? Как вы при... Что с этим миром происходит? Я не понимаю. Поеду дальше. Чего? Да вы издеваетесь. Что за дорога такая? Сначала грузовая база. Потом палатки. Теперь самолет. Самолет посередине поля, еще и целый, да, конечно, закопанный, разбившийся, но самолет в поле, да вы издеваетесь, куда я попал? И что этот самолет? Ну, естественно, там ничего нет. Ящики, что тут эти ящики? Туалетка, какие-то паспорта, телефоны, ну, тут вообще пусто. И что мне этот самолет? На металлолом сдать? Кому сдать? Зомби? Берите за плоть гнилую буду. Смысла нет, тут вообще бред какой-то, дорога ужасная, зачем мы сюда поехали? Лучше поехали в другую сторону от города и не мучились. Ах, мне это вообще не нравится, дорога ужасная, все ужасно, еще и напарника потерял, какого-то больного в палатке нашел, вообще все максимально ужасно и плохо. Да, эта дорога не перестает меня удивлять, еще и вышка теперь какая-то, вот что это, вышка вдоль дороги, что это такое? И автобус. Ну и тут уже зомби начали появляться. Их почему-то именно тут. Их дофига. Что? Куда я попал? Чё за дорога? Бредятина какая-то. Тут хотя бы нет никого. Да, гениально я, конечно, залазию, проверяю, нет ли тут никого. С оружием, у которого патронов нет. Я умный капец. Тут есть ящик. Чё тут в ящике? Угу. Пистолет, патроны, деньги, бита, дощики, красный острый. Угу. Это же острый, как я понял, да? Да, это острый дошик. Чё тут еще? Чё тут еще? Ну, давайте тут уберем, что нам не нужно. Зачем мне 2 КС? Зачем? Вот, полный мы уберем. Этот железо, зачем с собой гаечный ключ? Так, что тут у нас? Деньги, бита, очки. Какие-то очки крутые, не знаю. А может и не крутые, какие-то странные очки. Чё тут у нас еще дальше? Тут ничего нет. Вот смысл от этой вышки тут. Вот смысл от нее. Просто вышка посередине поля, ничего она не делает. Тут еще и зомби вокруг. Вот что вам надо? Вот зачем вы тут ходите? Зачем вы существуете? Зачем вы появились? Вот автобус тут еще. Ну давайте автобус посмотрим. Может в нем что-то есть. Но даже колес нету. Угу. И пистолет сразу заряжен лежал. Интересно. Только смысл от этого пистолета? Не знаю. Если... А вот, вот эту вот винтовку, которую я нашел. Что она себе представляет? Ага, скорострельная винтовка с хорошим уроном, которая попасть толком не может. Ну или я косой, кто знает. Автобус, 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 ржавый, старый, советский, без колес. Офигенно.
Офигенно. Да, конечно, до этого я ехал немного грустный, но после грузовой базы сразу я стал каким-то злым, не знаю, и разговорчивым. Не знаю, может, потому что мне скучно без Семёна, кто знает. Так, ну давайте едем сейчас аккуратно, аккуратно. Так, тут холмы, дорога вообще кривая, зомби дофига. Что это такое? Так, лучше остановиться. Я слышу звуки автомобилей. Так, ну автомобиль не автомобиль, но он слышит звук каких-то двигателей. Или двигателя, кто знает. Это так, чего? Это что, военные? И как мне дальше ехать? Чё мне делать-то, чё мне делать? Так, вон военные. Так, чё, он идёт? Он, похоже, сюда идёт. Ладно, так, подождите. Так, если он идёт сюда, я не знаю, может, биту взять. Все, тихо. Так, вот он. Все, прячься. Ладно, так, что? Так, вроде не заметили, это хорошо. Заряд разговаривают. Опа! Снайперская винтовка у него. Это хорошо, заряжена. Ну, вроде она мощная. Так, ну, у меня не остается выбора, как убить их. Так, все, минус один. Они, похоже, заметили. Ладно, надо сейчас их всех убить. Аккуратно. Так, вроде они не понимают, откуда стреляю я. Так, и... вот. Фух, все. Больше никого не вижу. Мне повезло то, что они меня не заметили. Ну, именно они не поняли, откуда стреляют. Это хорошо. Ладно. Сейчас подъеду, посмотрю, не вышел ли никто из военных. Так, и тогда поеду. Так, ну у тебя вроде ничего нету. Да, все. Ничего нету, это хорошо. Ладно, можно, в принципе, подъезжать. Так, аккуратненько подъезжаю. Так. Да ё-моё, какая тут дорога, конечно, ужасная. Ну, либо, может, на машине нормально она и будет хорошая. Ну, хотя на любой машине это будет ужасная дорога. Так, ладно. Эти пустые. Опа, бизон и патроны. Блин, у меня места нет уже. Надо что-то убрать. Допустим, я все дождики все равно не использую. Поэтому оставлю только вот этот. Также что, пустые, наверное, убрать. Вот ты пустой. Не знаю... Ладно, и пистолет Макарова мне не нужен. Так вот, возьму патроны. Так, чё? Опа, нифига, потрёпанный, конечно, весь. Ну, хороший, скорострельный, много патронов. Это очень хорошо. Так, чё тут у нас? Ладно, пока что уберу его. Пусто. Тут открыто пусто. И вокруг ничего нет. И тут ничего нет. Спереди ничего нет, вот только возле БТРа. А вопрос, а что они тут делают? Что они тут стояли? Зачем? Зачем им тут стоять? И хорошо, что они хотя бы всех зомби убили. Поэтому для меня это никакой опасности не представляло. И в принципе, наверное, лучше буду ехать дальше, а то мало ли что еще вдруг приедут. Или, может, сообщили. Ладно, поеду дальше. Так, тут, видимо, лес, как он начинается. Это и что? Железная дорога? Железная дорога лучше. Лучше, чем лес. Ведь может быть какая-то станция. А на станции могут быть как и выжившие, так и да, станция. Я угадал. И прям вдоль дороги это очень хорошо. А, хотя не. Это не похоже на станцию простую. Это... так... аккуратненько, аккуратненько. Так, все, проехали. Это не станция, это грузовая будто какая-то станция, либо какая-то база грузовая. Так, давайте... опа, прям очень хорошо убивает. Маленький разброс, хороший урон и много патронов в магазине. Ну и давайте... на всех вас хватит. Так, какой-то дом. Ну, я думаю, первым делом в него зайдем. Ну, точнее, здание. Чё тут у нас? Ящики с бумагами. Да, чё это? Ага, выписка о том, что продали, что куда поставлять. Ну, в общем, мне интересно. Тут вот как бы спальня, казарма, не знаю, как это назвать. Но тут должны же быть ящики. Я надеялся, тут в ящиках что-то будет. А тут даже ящиков нет. Ладно, что тут у нас? Чё? Так, компьютеры, столы, стол и стол. Все пусто. Это что такое? Тут в ящиках должно быть что-то ценное, а все пусто. Тут какая-то дверь. Так, давайте ее откроем. Чё тут у нас? Ага. Интересно. Ладно, закроем дверь. Мужик какой-то. Чё у тебя так? Тульский токарев, патроны и какая-то записка. Давайте прочитаем. Зомби начали наступать на базу. Мне пришлось укрыться в этом здании. Надеюсь, они не доберутся до меня, прежде чем меня спасут. Я не понимаю, почему они все пишут какие-то записки. То ли больные, то ли от одиночества так хочется писать. Не знаю. Ну, я же вроде как не пишу ничего. Ну, ладно. Давайте прочитаем дальше. Еда на исходе. Я скажу с ума. Я долго не проживу. Угу.
Чё дальше? Я не могу так жить, придется за себя. Если кто-то это найдет и зомби будут до сих пор, то знай, тут в ящиках лежит оружие, а также возле техники в ящиках тоже должно быть оружие. Надеюсь, хоть тебе поможет. И все. Ладно, мужик, ладно, заберу с собой. А то если кто-нибудь найдет, а оружия нет, подумают то, что кто-то забрал, и будут искать. Так, что тут в ящиках? Ага, Ролтон, деньги. Говорит, еды нету. Ну ладно, что-то еще деньги, пружины. Опа, калаш нам надо. Так, я думаю, все не нужно убрать. Допустим, зачем мне два пистолета? Зачем мне два винтореза? Также, зачем мне МП5 и коряк? Я ими все равно не пользуюсь, поэтому и магазин для них уберу. Так, ну и вот этот магазин. Что же еще убрать можно? Для Макарова, я думаю, патрон можно убрать. Ну и сам вот этот. Окольт и тульский токарев оставить. Магазин для МП5 убрать. Во. Давайте дальше смотреть. Так, вот калаш и патрон на него. Что он из себя представляет? Вау, ну красивый. И удобный прям такой. Ладно, магазин мы уберем вот сюда. Что тут у нас идет дальше? Еще! Так, еще винтовка и патрон на нее. АСВАЛ. Вот это тема. Он тихий, у него встроенный глушитель, это вообще классно. Тут деньги, магазины. Опа! Сайга! А сайга это у нас дробовик! Дробовик с магазином. И плюс у него то, что она скорострельная. Как бы я сейчас покажу. Не, лучше на зомби потом покажу. И чё, вроде все? Да, все. Больше ничего нет. Ну ладно, давайте тогда пройдем вниз и дойдем до тех ящиков, про которые говорил. Во! Сейчас сайгу испытаем. Вот. Ну, как бы я сейчас медленно стрелял, но можно ее зажимать. Вот про что я говорю. Конечно, проблема в том, что патронов мало в магазине. А точнее, ну да, на пару выстрелов всего лишь хватает. И это минус. Ладно, сейчас сделаю вот. И тебя, вот. А дальше, ну вот, с калаша. И с АС-вала попробую. Офигеть! АС-вал-то прям мощный. У него хороший урон. И он тихий. Это очень классно. Это мне нравится с вал этим. Я еще калаш 102 не испытал. Ну ладно. Ну вот, в ящике единственный, который я вижу. Поэтому, скорее всего, он про них говорил. Ну давайте посмотрим, что тут в ящиках. Для начала, я думаю, тут явно что-то есть. И прежде чем это что-то начать доставать из ящиков, я думаю, нужно освободить мне инвентарь. Потому что, я не знаю, вот спички мне не нужны. ВСС Викторес я им не пользуюсь. Два калаша зачем? А, у меня еще его тут. Я думаю, вот так поставлю и этот уберу. Также вот пустые магазины из-под сайги. Вот, кольт, в принципе. И вот этот. И вот этот, который я красиво нашел. Его тоже уберу. Во, другое дело. Вот оставлю РПК, патрон на него. Во. И, в принципе, нормально. Потому что, ну вот, пистолет тульский токарев, по-моему, он нормальный, хороший. И пригодится, если перезарядиться не успею. Поэтому вот. А, ну и также СВД, я не знаю, я им вряд ли буду пользоваться. Вот, давайте тульский токарев затестируем. Вот, 4 выстрела. Много, конечно, но хоть что-то. Ну давайте посмотрим, что в ящиках. Офигеть! Зомби, уйди, пожалуйста. У меня тут эмоции сильно. Это РПГ! Офигеть. Давайте протестируем, куда бы выстрелить, куда бы... Ну, давайте вон туда. Чтоб тот мужик не скучал. И чё? Чё, он настолько слабый, что ли? Да. Вот чё я так трачу? Может, он зомби хорошо убивает? Ладно, это я не понял. Уже 3 ракеты просрал. Господи, лучше уберу, чтоб не обращал на него внимания. Но зато тут есть дымовые гранаты. Дымовые гранаты — это то, что мне надо. Потому что они могут пригодиться, если, допустим, буду от зомби сваливать. Как по мне, хорошая идея. Это то, что мне нужно! Бэкпак! Ура! Я нашел бэкпак, и я могу складывать то, что мне нужно в него отдельно, там они смешивают все в одном рюкзаке. Ладно, что-то у нас колеса, какие-то мебель какая-то. Офигеть! Не зря тот мужик написал про эти ящики. Пулемет! Уже заряженный. Офигеть. И тут что, Кока-Кола. У меня слов нету на то. Короче, это офигенно. Пулемет. Нашел пулемет, сайгу, калаш, патроны. Классно. Вот эти
Вот, сайги убивать вообще классно, а с пулемета этого, ой, тоже классно, только если бы они умирали, и не было бы такого дикого разброса. Ну ладно, тут у нас тоже какие-то ящики, мне интересно, что-то внизу будет. Ну, во-первых, чтобы их облутать, залутать, нужно убить зомби, которые все время мешают. Ладно, дайте, что тут у нас, гвозди, я думаю, пригодятся, еще гвозди, ну, если буду улучшать что-то или буду делать, в принципе... пригодится. Также что-то у нас аккумулятор, аккумуляторы даже, они тоже пригодятся, пусть что, может, на машину подойдут, и это будет очень хорошо. Ладно, что-то у нас дальше, железо, пружины, ну, я сейчас, в принципе, облутаю и возьму, что мне нужно. Ну, в общем, я все залутал, и я очень удивлен от количества аккумуляторов, и они вроде как все заряжены, это... очень классно. И я вроде тут все залутал, но... Так, для начала нужно убить зомби. Я вроде бы все залутал, но остались вагоны. Но проблема эти... эти они крытые, и они закрыты. Ну, по крайней мере, этот. На платформе, как мы видим, ничего тут интересного нет. А в этом крытом тоже все закрыто. Ну, так неинтересно. Я-то думал, что-то интересное найду, а ничего не нашел. Это что? Это что такое? Погреб какой-то. Ладно, давайте остановимся. Хотя, да ё-моё, чё их так много? Вот это реально раздражает, то что вроде обычное поле, а их и тут много даже. И это очень плохо, очень неудобно и очень опасно. Я вот не знаю, стоит ли мне идти сюда, хотя... Стоп, там будто плач какой-то. Так, я думаю, все же мне стоит туда идти. Вот зарядить калаш. И я думаю, мне стоит туда идти. Так, дверь какая-то. Что? Что это такое? Это чё? Чё за фигня? Ладно, чё оружие возьму? И чё, откуда плач шёл? Чё-то не понимаю. Ё-моё, пацан! Ты иди от меня, не ешь меня! Да ты чё? Ты нормальный, не заражённый? Нет, не заражённый. Ну ладно, поверь тебе, выходи давай. Выходи. Да чё за дверь тут такая? Ты чё тут делаешь? Да я не знаю, я гулял и меня вырубило. Потом я здесь уже был, не знаю сколько, дня, наверное, 4. Блял, зомби-апокалипсис, еще и вроде здоровый, ростом с меня, плачь, как ребенок какой, ты чё? Мне всего 15. 15. Ладно. Ты вообще откуда? С деревни. С деревни. Не знаю, тут деревень, ладно, пошли. Только давай быстрее в машину садись, тут зомби много. Садись быстрее. Они меня... Я их боюсь. Да, в машину садись, не тупи. В машину садись, давай быстрее. Иду. Сейчас. Да, видимо, с тобой там что-то такое явно делали в этом подвале. Меня там били. Да. А ты как в подвале-то этом вообще оказался? Да, в общем, мне папа дал оружие, и я сказал, что я хочу есть, и я пошел в магазин. И потом на меня напал какой-то дед, и я оказался... в подвале, он меня там пытал. В смысле, ты пошел в магазин, чтобы забрать там остатки? Ну, пусть я понимаю. Или у вас там зомби не было, что ли? У нас там их было немного, и я хотел успеть. Просто есть очень хотелось, а еды не было. Ладно. Слушай, а как остатки твоего зовут? Вадим. Ясно. Вадим, ё-моё, ты, кстати, с оружием обращаться же умеешь? Да, меня папа в детстве учил. Так, ну вот хорошо. Так, тут... это что? У тебя есть догадки, что это? Нет. Ладно, подъедем, узнаем. Что там, военная техника? Ладно, так, аккуратно. Давай. Проезжай только. Опа. Хорошо, проехали. Чёрт, это... то есть, какая-то военная база в болоте? Так, ты где там? Подожди, я сейчас уже дам. Подожди только давай, чуть-чуть. Давай. Да ё-моё, чё тебе? Так, иди сюда. Давайте вот там, вот тебе, бери. Ага, спасибо. Только аккуратно, тут отдачильная, ё-моё, зомби. А почему их так много-то, ну простое болото. Я лучше ладно, пока чё, давай исследовать, смотрим всю эту базу, да? А, ну давай. Давай сначала, так, давай вместе эту вышку осмотрим. Давай. Только аккуратно, тут можем повязнуть. Холодная. Ладно, так, подожди, ты аккуратнее, то обвалится еще. Да нормально. Тут какой-то ящик.
Так, ящик. Давай посмотрим, что тут. Помоги открыть. Опа. Давай. Опа. Магазины на калаш, как я понял. И патроны. Ага, и гаечный ключ. Не знаю, зачем только. Если посмотреть, тут что? Вот территория военная, техника. Да, может, что-то еще найду. Что? Да я вот хочу посмотреть, может, все-таки что-то еще найду. Ладно. Так, что тут? Вот такое здание, шлагбаум, еще здание. Танк, техника, будка и вот еще какое-то здание. Ладно. Ага. Ладно, сейчас давай быстро отстреляем. Вокруг тут зомби. Так. Странно, что они животных не зацепляют. Ну ладно, давай спускаемся. Ты лучше по лестнице там давай. Как? Или... Давай, аккуратно только. О, все нормально. Холодная. Конечно. Ладно, так. Давай, что дальше осмотрим? Давай там. Там? Да. Ну ладно, давай. Пошли. Так, аккуратно. Вообще капец, база затопленная. Так, вот тут какая-то будка. Давай посмотрим, что тут у нас. А нет, давай ты вот этот грузовик осмотри. Может, в нем что-то есть? Давай. А я смотрю вот эту будку. Так, что тут у нас? Кровь, ясно, череп. Ящик какой-то. Опа, магазины. И УЗИ. Офигеть, еще не раз. Ну ладно, стрелять просто так не буду. Рома! Что? Представляешь, он завелся. Офигеть. Прикольно, что сказать. Нифига себе. Ага. Ну ладно. Так, я пойду ту будку осмотрю. Не-не-не, подожди лучше меня. Сейчас давай. Вместе поем. Так, что-то у нас еще бумага, еще магазины и... Так, вот это ключ. Ладно, оставлю себе. И пока что лишнее уберу. Потому что так, лишнего прям очень много. Вот так, думаю, нормально. Так, все, выходим. Вроде ничего там больше нет. Давай посмотрим это здание. Что это такое у нас? Да, давай. Решетки прям. Давай, заходи. Ага, о, ящики что? Какие-то. Чё тут у нас? Офигеть! Что? Жесть! Патронов прям дофига. Тут у нас ещё! И тут патроны. Ещё! Это как склад, то есть, получается, какой-то был. Магазины для РПК. Офигеть! Жесть. Так, ещё тут ещё. Офигеть! Ничего себе! И на пизон даже магазины есть. Где он тут у меня? Где? Я куда его дел? А, вот он. Не, ну, классно прям. Чё тут ещё, чё тут? Так, тут я всё осмотрел. Ещё магазины. И для дробовика даже. Не, ну это прям классно. Рома, класс. Смотри, тут продукты. Продукты, классно. Давай сейчас только тут патрон все заберём. Они вроде не отсырели, всё с ними нормально. Ну, у меня смысла нет, у меня РПК. РПК, я где тут патрон для РПК? Вот те, вот ещё, где ты? Вот. Давай. Вот, бери патроны. Спасибо. Ага, так. И на сайгу даже. Так, патроны. Капец, тут дофига всего. Офигеть, у меня даже слов нету. Так, ладно. Так вот все уберем. Я думал, то, что я так много никогда не найду. Так, что-то... И тут еще. Капец, то есть это никто еще не находил. Эту базу, получается, даже. Еще на сайгу. Капец. Мне даже это брать уже некуда. Это... Рюкзаки забьются скоро. Капец, куда мне столько это все? Мне кажется, все брать не стоит, потому что жадность фраера сгубит. Ну, сейчас заберу немного, не все, и думаю, хватит. Так, тут, вот тут немного, и вот тут немного. Я думаю, хватит. Так, ты там забрал все, что надо? Те? Да. Так, продукты. А, я же ключ какой-то нашел. Может, подойдет? Опа, пацан. Что? Ключ подошел, который я нашел в той будке, кстати. Отлично. Да, так, тут ящики. Опа. Ока еды. И тут еда и вроде запакованная, нормальная. В принципе, дощики, с ними ничего не случится. Это прям классно. Офигеть. Так, что там, собираешься? Да. Ну, это вроде все забрал, на, вот те еще. Я вот скинул. Вот, бери. Спасибо. Ага, так, ну я думаю, в принципе, ну так, все забрал, что надо? Все забрал, что надо? Да. Ну все, тогда пошли давай дальше. Давай. Пошли. Так, что-то у нас какой-то ангар, ну как навес какой-то. Да ё-моё, зомби. Так, стрелять главное. Все, вроде нету. Да, все, нету. Тут еще два здания. Пошли, посмотрим еще. Да, давай. Пошли. Так, ну давай тогда в это затопленное посмотрим. Лучше стой тут. Не знаю. Да, тут поздно, я уже в воде. Ну ладно. Так. И тут какие-то ящики. Ладно, что тут у нас? Еще патроны, какие-то бумаги, отчет об испытаниях, все это, ну ладно. Такое нам не надо. Так, лучше
Тут еще ящик пустой. Там тут ящик. Тут патроны. Где? А, офигеть, это как на дробовик. То есть тут еще бумаги. Бумаги. А в этом тоже патроны. Офигеть, классно прям. Чё стреляешь-то? Я от зомби отстреливаюсь. А то чё-то не увидел. Ладно, не стой долго в воде, тут медикаментов особо нету, а вода всё ещё холодная. Да нормально, я всё равно морж. Ну ладно, я если что пошёл вот на последнее здание обыскивать. Где тут вход-то? Я не понимаю, там что ли? Да, видимо там. Да. Ну давайте посмотрим, как УЗИ. Ну я почему-то ожидал, что она более скорострельная будет. Она не сильно и быстро. Так, что-то у нас бумаги. Пол ещё немного остался. Уф! Офигеть! АК-12, патроны на него, точнее магазины, патроны, дымовая граната. Прикольно, прикольно. Слушай, а ты когда-нибудь дымовую гранату видел? Нет. Вот, а ты не? Хочешь увидеть, как работает? Да. Давай, и чё? Я просто ещё ни разу сам не кидал. Воу! Вау, прям настолько? Капец, там задымело. Да вообще, ну... Пусть и клубы большие, но они не особо и густые. Да. Я почему-то ожидал, что это погуще будет. Ладно, стреляем аккуратно. И вот так, все. В принципе, все же осмотрели, да? Да. Ну тогда что, поехали дальше? Давай. Вообще эти окрестности не знаешь? Да не, слушай. Жалко, значит, вряд ли мы твой дом найдем. Да, господи. Я уже в машине. Ага, все, сажусь и поехали. Блин, тут по дороге ехать не очень, она вся затопленная, а тут как-то воды чуть поменьше. Лучше тут проедем. Так, все, аккуратно объезжаем зомби всех. Тут по воде придется. Это не очень. Так, уйдите нафиг. И вот так проехали. Опа. Все, вроде дорога идет нормально. Да, видимо, мы проехали болото. Так, а дальше, видимо, идет какой-то лес. Так, что тут лес как? Опа, дорога. Ну что, поедем налево? Давай. Давай, поехали. Посмотрим, может тут что-нибудь интересное найдем. Так, отстреливаем. Ты, блин, на ходу неудобно попадать. И с одной рукой стрелять тоже неудобно. Ладно. Это опа. Мой дом! Твой дом? Да. Ты уверен? Да. Ты прям точно уверен? Да. Ладно, ты пока что посиди в машине. Посиди в машине лучше. Хорошо. Мало ли что. А я сейчас пойду проверю. Так, открываем. Так, что у нас? Угу. Так, вот, мужик, все нормально, я живой, я как не зараженный, да, все. А вы случаем не Вадим, а просто вы, да просто знаете, такая ситуация одна. А что, подходи. Ну, в общем, вот. Папа, да. Папа! Да, вот, так, закрыли дверь, все нормально. Ну да, папа, вот. Папа, я скучал. Да не за что, как бы, как, моя задача, не знаю. В ящике пистолет есть, возьми. Да не, мне не надо, у меня и так вот сколько оружия всего. Так вот хорошо. Так что вот нормально. Да, у меня много всего, и я вот вашему сыну дал там РПК и патроны. Спасибо еще раз огромное. Да, не надо делиться. У меня и так вот самого много. У вас, не знаю. Слушайте, может, вы со мной поедете, как бы, не знаю, в поисках чего-нибудь убежища какого-то. Не поедете, вы тут останетесь. Вы дом тут построили, вы тут и останетесь. Ну ладно, ваше дело, конечно. Вам решать, как бы. Да. Спасибо вам. До свидания. Пока. Пока. Ну сейчас аккуратненько положим вот этот вот калашик. И так, патроны на него. И все. И поехали. Все. Да ё-моё. Стоите, ждете меня тут, что ли? Все мы офигели. Ладно. И все, и поехали. Поехали. Так, может быть, найду какое-нибудь убежище. Как бы зачтется за такой поступок. Пацана не бросить спас. О, кстати, у меня же пулемет тут есть. Оп, вот так вот отстрелить можно спокойно. Я что-то забыл про него как-то. Ну ладно. Ну что ж, поехали дальше. Не знаю, мне тут пацан рассказал то, что возле его дома город был. Ну, что-то наподобие города, поселка городского типа. Поэтому поехали и узнаем. Так, и что интересно будет дальше? Будет, что вот домик отвез пацана. Как бы все это интересно, но, опана, домик какой-то. Чё это за домик? Интересно, так зомби много. Очень много зомби, и это мне не нравится так. Тут какой-то, ладно, срать оставим тут, ну, господи, кому я тут помешаю? И так машин тут нигде нет, ничего. Так, зомби, идите нафиг. Чё у нас тут есть в домике? Домик большой. Это относительно неплохо, так как большой дом,
Значит, должно быть много вещей. Ну, давайте... Давайте начнем с самого конца дома. Обыскивать все, вот. Вот так вот. Посмотрим, что у нас тут. Это, как я понял, спальня какая-то. Так, тут у нас ножницы, кредитка, ну, просто карта, водительское удостоверение. Ну, значит, тут жил тот, чей это КамАЗ, скорее всего. Какой-нибудь дальнобойщик, наверное. Ну, как бы непонятно. Так, что у нас тут? Ну, там, в общем, ничего интересного. Тут у нас кухня. Что у нас на кухне? Тут так, дошик. Ладно, оставим. Тут еще дошик. И тут хлеб, ну, уже засохший. Как бы, ну, мне интересно, потому что, как бы, зачем мне засохший хлеб, если у меня и так есть много дошиков. Так, тут что у нас тут в холодильнике? Морозилки ничего. В холодильнике борщ, который, ну, не первой свежести, так сказать. Потому что, ну, как бы, электричества нет. И холодильник логично, что не работает. Ладно, давайте закроем комнаты, в которых я не был. Вот у нас еще комната. Давайте вот эту посмотрим. Это, как я понял, тут ванна. Ну, ванная комната, раковина, ванна, пусто, туалет. Ну, ничего интересного, что у нас тут? Так, бинты, обезболивающее и еще бинт. Ну, уже другой. Ну, бинт и обезболивающее, я думаю, мне пригодится, так как что-нибудь случится, там, поранить как-нибудь. Или ты, зараза, меня ударишь, да? То обезболивающее поможет, и бинт тоже. Ладно, это мы обыскали. У нас есть еще вот это как гостиная или зал, непонятно. А что у нас тут? Так, свидетельство о рождении, какая-то чашка, шкатулка. Тут у нас это паспорт и перцовка. Ну, зачем мне перцовка, если у меня есть оружие, много оружия. Как бы, оружие явно будет лучше по сравнению с перцовкой для того, чтобы с вот этими дурнями справиться. Допустим, вот так вот, вот так вот, чтоб не втыкали. А ты что тут стоишь? Шел быстро. Сейчас перезарядимся аккуратненько. Так, да ё-моё, у меня патроны закончились. Ну ладно. А, я только сейчас понял, как у меня много патронов. Ну, в общем... Доберусь я докуда-то точно, и поэтому этого мне должно хватить. Там какие-то бумажки, ИНН, медсправка и телефон кнопочный. Ну, телек, естественно, не работающий. Логично, почему? Потому что нет света. Что у нас тут? Тут вот много ящиков. Давайте посмотрим, что у нас тут. Какой-то маленький, как рюкзачок, аккумулятор, ножовка, деньги. Ну, как бы, это мне явно не нужно. Что, зачем мне, собственно, это? Что у нас тут? Тут у нас монетки просто. Тут у нас спички, крутые очки. Еще спички, батарею, ну, спички возьмем. Может... Ой, ё-моё, может пригодятся. Так, что у нас тут дальше? Тут у нас идет шкафчик, тут горячий ключ, кусачки. А что-то делает пачка манки вместе с... как, в ящике с инструментами. Это странно. Тут у нас идут камушки. Камушки это интересно, но нам не пригодится. Веревка. Веревка, вино, шампанское. Ну, шампанское с вином мне тоже вряд ли нужно будет. Опа! Дробаш. Хороший такой добротный дробаш. Давайте уберем, что мне не надо. Ну, допустим, что мне не нужно. АК-101, вот магазин один. Зачем он мне нужен? Давайте проверим. Так, как я понял, дробовик или не дробовик? Или это винтовка такая? А, это винтовка, которая не убивает толком зомби. Ну, она красивая. Красивая, старая. Да ё-моё. Ладно, 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 ладно. Ладно. Так, мне тут эта винтовка точно не поможет. Так, где у меня заряженное оружие? Ладно, сайга может... А и сайга тут не помогает. Какая нафиг сайга? Это разряжено. Это разряжено. Да почему они на звук так сбегаются-то? Вы... Ну вы зачем? Так, на СВАЛ у меня патронов нет. На УЗИ может. Так, да почему? Почему вы такие живучие стали? Как только все это начиналось, вы спокойно умирали. А теперь на вас патронов дофига тратить. Корова! Корова! Как ты... Как она живет, я не понимаю, это вообще ж бред, да ну нафиг. Уйди, пожалуйста. О, умер, умер, это хорошо. Мясо коров мне не надо, потому что, может, она и зараженная. Ушел быстро отсюда. И, ну вот куда ты идешь? Ну я такими темпами никуда продвинуться не смогу, если меня все время будут бить зомби. Вот хотя бы у меня есть... Блин, я Жигуль расстрелял. Ничего не течет там, не подтекает ничего. Вроде не... Ты зараза такая! Знал бы ты, какой ты шаг просто. Нафиг это говно это. Винтовка? Все, нафиг ее. Патрон где для нее? Патрон были? Вот, нафиг. Нафиг мне такая винтовка говняная. Мне такое не надо. Так, может что-нибудь... У грузовика тут есть? Давайте посмотрим. Тут ничего. На задней... На лежанке как бы ничего тоже нет. Но это скучно, скучно. Я знаю, что это... Фу, иди отсюда. Где тут у меня оружие? Вот. Уйди отсюда, все. Вот. Не мне и никому. Ладно, ну придется ехать дальше. Пожалуйста, может, когда я найду убежище, живых людей, нормальное место, где я смогу остаться. Мне надоело путешествовать.
Боятся за свою жизнь, боятся, что меня зомби укусят, сожрут, убьют. Ну, нафиг мне это надо. У меня вот хотя бы пулемет есть, который толком не поворачивается. Так и ушел отсюда. И не знаю, зачем я по грузовику стреляю. Ну как тебя убить, да, зомби говняный. А, меня бьют, меня бьют, меня бьют, меня бьют. Вот эти заразы, по-моему. Вот, давай, попадай. Оп, хорошо. И по тебе давай попадем. Нет, не попаду, он слишком близко. Он слишком близко. Да я по тебе попасть не могу, ну что за бред. Вот, зато вот на расстоянии с пулемета могу спокойно их убивать. Вот, вот так, расчищаем себе путь, так сказать. Так, они сейчас на звук, они сбегутся, ну и ладно. Ну все, поехали дальше. Кто же нас ждет дальше, да... Как вы надоели, я не могу... Опа, опа, оп, нифига, нифига. Ну тут явно надо остановиться, чтобы посмотреть на это. И надо залезть. Так, давай, опа, залазим и отстреливаем их. О, отсюда гораздо удобнее их убивать. Так, 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 так. И вон тех давайте убьем. Вот вообще по красоте. Тебя и вон... Да как попасть? Вот, и тебя. Эй, да ты иди в жопу отсюда. Ладно, все, пофигу, блин, что жрать захотелось, еще я бы убивал нормально их. А то я попасть нормально не могу, ну откуда вас тут так много? Уйдите, пожалуйста, исчезните, из нечисть, уйди. Все, так, все, быстро хаваем, 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 пополняем запас нашего голода, потому что мы хотим жить, я хочу жить. Что у нас тут? Опа, опа, нифига, блин, тяжелые, ладно, так. Может быть, так, тут у нас... У нас нигде нет места. Так, ушли, ушли. Так, вроде живем. Но не с такого расстояния замечает меня. Ну, ну как можно спокойно жить? Так, тут какая-то, как это, я не знаю, гаубица, артиллерийское орудие. Что это так? Можешь попробовать как-нибудь им поуправлять? Давайте попробуем так. Мы вроде бы сели. Да ё-моё! Нет, мы никуда не сели, потому что эти говноеды нам мешают. Всё. Давайте попробуем. Оно поворачивает вроде, ну фигово как-то. Ладно, давайте попробуем выстрелить. Допустим, вон туда. И что? Ну мы куда-то далеко выстрелили, и я не понимаю, что произошло. Ладно. И правее мы не наводимся. Ну это фигово. Это фигово, ладно. У меня есть еще снаряд. Как его? Куда-нибудь вот сюда? Да. Вот. Вроде так. Вот так. Вроде все. Вроде хорошо. То есть садимся. Ну и давайте сейчас хотя бы попробуем. Стреляем. Я не понимаю, они как наводиться через этот прицел ненормальный. Я, конечно, не умею этим пользоваться, но я хотя бы понял, как оно стреляет, а как наводиться, я не понял. Ладно, пофигу, оставим все это. И поедем дальше. Блин, вот фигово, я Жигули расстрелял, теперь что-то фигово наедет, будто что-то подтекает масло или что, непонятно. И что у нас тут? А, опа, машины. Машины. Их тут много. Так. Отстреливаем зомби, ибо нефиг тут. Блин, у меня патроны закончились на пулемете. Ну, вообще прикольно. Ладно, посмотрим, что это у нас тут такое позже. Сейчас мы берем, возьмем, отстреляем быстро зомби. Все, гуд, что у нас тут? Тут у нас, ладно, тут у нас очень много машин. Какие-то автобусы, обычные машины. Так, так, ё-моё, нифига себе, офигеть. Что у нас тут такое? Почему тут они все остановились? Черт возьми. Дай! Ё-моё! Там что? Да блин, там в стороне Жигули зомби. Надо отстрелять. Так, надо отстрелять. Ё-моё! Так, главное, чтобы на этот звук особо зомби не сбежались. Ё-моё! Чё я натворил? Они все на звук прибежали, похоже. Нет-нет-нет-нет-нет, отстаньте, пожалуйста. Да чёрт, у меня по-моему ещё ничего не заряжено. Чё мне делать, чё мне делать? Так, да ё-моё, ну быстрее заряжайся. Пожалуйста. Откуда вас так много? Уйдите, пожалуйста. Уйдите. Пожалуйста, уйдите. Да чёрт.